В минувшие выходные подвели итоги конкурса «Театральное Приволжье». Лучшим студенческим спектаклем, по мнению зрителей, округа стала постановка театра «ЧГУ «Мой дедушка был вишней». И это не единственная награда, которую получила Чувашия. На этом фестивале, организованном полномочным представителем президента ПФО Игорем Комаровым, нашу республику без преувеличения можно назвать триумфатором. На связи с Нижним Новгородом все регионы Поволжья. Ровно сутки отводилось жителям округа на голосование, чтобы выбрать лучший студенческий и школьный спектакль фестиваля. Итоги подводили по принципу Евровидения. Нельзя голосовать за постановки своего региона. Пятерка лучших оценивалась определенным количеством баллов. Волнение участников не меньше, чем на больших конкурсах. Спектакли чувашских театров почти сразу вырвались в лидеры. Как итог, спектакль Межвузовского студенческого театра ЧГУ «Мой дедушка был вишней» зрители Приволжского округа признали лучшим в своей категории. Режиссер постановки Дмитрий Миронов отмечает, для него эта работа была вызовом. Как будущих технарей, юристов, экономистов превратить в актеров, которым верят? Вначале было сложно. Я приходил домой, брался за голову, что с ними делать. Есть какой-то стимул, как же мне из этого человека вытащить ту эмоцию, то самочувствие, которое мне нужно именно здесь. Это всегда вызов, стимул. И ты пытаешься ребят провоцировать. Иногда входишь с ними в конфликт, иногда просто молчишь. И это не единственная награда, которую получил студенческий спектакль из Чувашии. Экспертное жюри признало Дмитрия Миронова лучшим режиссером. А роль Танина в исполнении Вячеслава Краснова назвали лучшей мужской ролью. Иногда я их совершенно не понимаю. Они будто говорят на разных языках. Вячеслав Краснов учится на 4-м курсе юридического факультета ЧГУ. Говорит, участие в постановках помогает развить ораторские качества, уверенность в себе, что, несомненно, пригодится в профессии. Когда все двери открыты, надо их открывать и познавать, что-то узнавать для себя. И это интересно, это круто. Если универ дает такие возможности, то почему бы и не воспользоваться? Спектакль «Наброски судьбы» в исполнении ребят из Чебоксарского 4-го лицея в конкурсе «Театральное Приволжье» занял 3-е место. И это тоже победа. А Роза Коробкова, сыгравшая одну из главных ролей в постановке, получила награду за лучшую женскую роль. Роза учится в 11-м классе, уже 4 года занимается в театральной студии. Награда фестиваля для нее стала полной неожиданностью. Мне не свойственно играть добрых, положительных героев. Обычно мне руководитель давал всегда отрицательных, либо злых персонажей. На этих набросках судьбы, получается, в этом спектакле, он посоветовал мне попробовать главную героиню, и я согласилась, и я даже не ожидала, что произойдет вот такое. Спектакль «Мой дедушка был вишней» 16 декабря увидят зрители Нижнего Новгорода. Тогда же состоится чествование победителей фестиваля. Межвузовский студенческий театр ЧГУ получит грант на постановку нового спектакля. Надежда Андреева, Екатерина Ингалакова, «Вести Чувашия». На этом наш выпуск завершен. Хорошего вам вечера. До свидания.